Добрый день, с вами Прайд ТВ. Сегодня мы находимся на фотосессии у наших постоянных гостей из телепроекта «Дом-2». Давайте же узнаем об их фотосъемке и о впечатлениях от сегодняшнего дня. Как вам в нашей студии Прайд? Нравится? Придете ли к нам еще? Безусловно, я и так сюда уже второй раз прихожу. Вот решила, что приду третий. Мне нужно сделать красивый бэкстейдж, мне нужна красивая фотография. И вообще здесь очень кайфовая атмосфера, и Филипп меня веселит. Как давно телепроект «Дом-2» приезжает в гости в РГУ имени Косыгина? Ну, они к нам в гости уже приезжают, ну, наверное, около года. Но это изначально все было, собственно, сделано вот всякие известные личности совместно с нашими студентами факультета телевидения и журналистики делают как бы общие такие работы. Потому что мы считаем, что студентам очень полезно как бы сразу в горячку бросать в проекты, то есть чтобы они сразу реально работали вот как бы по факту. Захотите ли вы еще нас посетить? Да, мне здесь очень понравилось, здесь очень красиво, очень много мест, где можем пофотографироваться. Фотограф у вас вообще просто золотые ручки, умеет поставить, поможет. Я посмотрела фотографии, я очень довольная.